Jackie Lawrence stealing my heart. Clouding Wolfie make me hello the moon. And you're a final station, this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Школа монстров. Большая школа, большие проблемы. Здесь случаются тысячи разных историй. Это моя страсть. Меня зовут Спектра. Я собираю новости. Истина всегда где-то рядом. И я проскользну в любую трещину, чтобы найти ее. Я живу в этой суматохе дольше, чем помню себя. И я думала, что повидала все, пока в мою жизнь не ворвался он. И я поняла, что его фатальное пламя несет неприятности. Привет, красавчик. Огоньку? Меня зовут Бёрнс. Кит Бёрнс. Мне нужна помощь, Спектра. Кажется, я вляпался и очень серьезно. В чем проблема? Слыхала о пропавшей статуе? Ха, конечно. Ее кражу вешают на меня. Ты возьмешься за дело, докажешь мою невиновность. Бладгуд выставит меня из школы, если ты не... Ладно, приятель, все улики наводили на некий горячий след. Добыть информацию было непросто. Казалось, что каждый ученик этой школы имеет на Хита зуб. Но тут меня озарило. Нужно собрать их всех. Полагаю, вы недоумеваете, зачем вас собрали? Да, зачем, ты ничего не понимаешь? Да, Спектра, к чему весь этот фарс? Мы все знаем, что Хит взял статую. Там всюду следы копоти. Каждый монстр в этой комнате имел мотив подставить Бёрнса. Например, ты, Фрэнки. Верно ли, что Хит спалил твою домашнюю работу по укусологии? Ты была зла? Да. Клянусь, я могла бы его... Ясно. А ты, Таралай, разве Хит не обрызгал тебя водой прямо перед фотосессией? Клод и Дьюс, сколько раз Хит задирал вас прилюдно? Разве вы не говорили ему, что он пожалеет? Но мы бы не... Каждый из этих учеников имел мотив подставить Хита. Так кто это был? Алло, чистка статуи? О, ну да. Газовые горелки можно в понедельник. Вы все свободны. И так всегда, верно? Кажется, будто весь мир желает тебе смерти. А потом ты вдруг свободен, как птица. Такова жизнь в школе монстров. Меня зовут Спектра, и я рассказываю новости.